Да, отключился он. Так. Да, я вижу. Перерубил? Добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот. Так, сразу предупреждаю. У нас все записывается. У вас претензий нет, что будет в интернет выставлено? Нету. Никаких претензий ни на одну, как говорится, запись. Потому что если вот сейчас один зашел, я даже не знаю, откуда он подойдет, снимает. Володя Пащенко. Это вот, если приедешь, вот, и у нас, сейчас я скажу, это твой друг и товарищ будет. Вот он. Мир тебе, брат. Вот. Спасибо. Сколько тебе, Володя, лет? 36. Вот. У меня, я чуть меньше, я чуть моложе, мне 26. На 10, да? Вот так. Ну вот. Видишь, какая бородка, все. У нас вот вообще вопрос не поднимается. Не положимся. А бороду там был один глухонемой, подстриг. И пока не отросла, он стоял соглашенными. А в чем вопрос? Мне так нравится, у меня такая борода красивая. Наоборот, как-то вообще, как, что ее трогать-то? Растет себе хорошая борода. Ну, видите, нравится, не нравится, значит, ты ее сбреешь. Дело в том, что в основе должно стоять повеление Божие. Да, повеление Божие, и все, поэтому для меня ни жена, ни дети, ни соседи, никто ничего не значит. Бог мой сказал, и все вопросы сняты. Я православный, и поэтому мне не надо задавать ни о посте, ни о разных правилах какие, они у меня прописаны. Мне надо исполнять, а не рассуждать. А что ты сам не думаешь? А зачем думать? Уже все за меня обдумали. Я обязан выполнять все. Угу. Так, еще вопросы есть? Вопросы. Так, чтобы сейчас. Ну, я приду, что у вас, судя по всему, у вас 10 часов вечера уже. Зря позвонил-то, конечно. Да, у нас уже сейчас сколько? 10? Да. Уже к 10 подходит. Так. Это значит 20, да, 10 часов. Ну, тогда все. Давай, до следующего раза. Добро. У нас там через месяц или где набери хорошие вопросы, которые трудно разрешить. И тогда побеседуем. Все, во славу Божию. Спасибо. Готовься, отходи, давай, отвечай. Вот. Сегодня у нас 18 апреля 2015 года, суббота. У нас сегодня день необычный был. Мы с утра встретили гостя. Так, назови себя, имя, фамилия, отчество, возраст свой и откуда ты? Зовут Никита Колесников. Погромче. Никита Колесников. Так. Андреевич. Колесников Никита Андреевич. Еще громче. Меня зовут Колесников Никита Андреевич. Мне 26 лет. Я родом с Украины. Приехал из Украины. Из города Борисполя. Возле Киева прямо. Я очень осторожен, и поэтому меня Бог хранит. Как получилось так, что ты попал так к нам? С чего все началось? Как ты про нас узнал? И как это началось то, что тебе я дал разрешение? Для всех это удивительно. Я не даю разрешения. Узнаю, когда я нахожу какие-то несоответствия и прикрываю знакомство. Началось с того, что священник мой, духовник, он меня благословлял идти тоже в семинарию поступать, чтобы я учился тоже на священника. То есть это все, что он как бы мне, на что он меня благословлял. Больше никакие беседы со мной не вел, ни по Слову Божьему не занимался с прихожанами. Ну, вот и все. Я уже почти согласился уже поступить в семинарию, потому что для себя, ну, дальнейшей жизни не видел, в чем пойти на работу. Думал, там безбожники. Думаю, с моими талантами нужно как-то себя развиваться. А развитие таланта можно только в священстве получить. Или в монахе. Был одномин, хотел пойти в монахи, но пошел в священники все-таки. Решил пойти в священники. Но все равно меня вот что-то гнетело меня. Ну, я видел я просто тех священников. Я был в Киевской академии. Посмотрел, кто там, какие там семинаристы, какие священники.
Ну, люди, мне с ними ничего общего не было, абсолютно. Чужие для меня люди. Но я подумал, ну возьму такой подвиг, все-таки пойду на священники. Я вот уже почти решился. И в эти дни в интернете я ролик встретил. Там был ролик, там очень много просмотров. Там Дмитрий Смирнов, патриарх Кирилл и Игнатий Лапкин что-то там о какой-то теме рассуждали. И там вот такой отрывок, нарезки были. И там Игнатия Тихина еще увидел, что вот он говорит там. Сразу меня так заинтересовало это, и там сразу ссылки на ютубе с правой стороны, все остальные там его записи с ним. Значит, начал просматривать, просто понял, вот куда я поеду, вот я там, я по-любому туда поеду. Мне сразу так показалось, что как бы там ни случилось, я там обязательно буду, в той общине туда поеду. Священнику сказал, что я отказываюсь поступать в академию. Ну, он мне так сказал, ну, где-то до работы, говорит. Ну, мы так, мы с этим, с ним расстались и больше с ним не общались. Он живет в Киеве, живу в Борисполе, и дорога очень дорого ездить в Киеве, Борисполь, там метро, автобус и маршрутка еще. Так сказать, духовника потерял, и в эти дни решил набрать Игнатия Тихоновича. Телефон, контакты нашел к истине, одинро.ру. Ну, просто взял да набрал. Игнатий Тихонович мне ответил приятным голосом. Ну, я сразу представился, сказал о рождении свыше. И о том, что мое желание, насколько я помню, приехать жить туда в общину. Но получил отказ, потому что я одинокий, то есть я без семьи. У вас семьи не было? Не было. Так. Ну и я вам дал, как говорится, как дед Щукарь говорит, от лубя дал. Не, ну вполне так, то есть, не грубо, не в грубой форме, но отказали, да, мне отказали. Ну, не сразу, отказали. Сказали, выходите на связь по скайпу в понедельник, там, в 6 утра по московскому времени. Ну, я был в Потеряевке, потому что. Да, да, ну я там что-то прозевал, или меня бес попутал, не помню. В общем, я раньше, за час позже пытался дозвониться, но уже не получилось. Тогда я снова набрал на мобильный телефон. Ну, вы опять сказали с таким сомнением, что очень навряд ли мне получится здесь жить. И так разговор искрылся. Сказали, я говорю, вы меня спросили, что вы хотите? Я говорю, ну, у меня было стоять на священнике, как мне поступить? Вы говорите, нет, деньги зарабатывать нужно там честным путем. На священнике не идите, идите там в шахту работайте. Куда-то еще. В общем, разговор на этом закончился. Ну, я уже смирился, действительно, думаю, ну, буду искать работу там. Устроился на одну работу, там поработал, там слегка заработал денег. Долго я там не пробовал, уже не помню, где я только не работал. В мукомольном цеху, разнорабочим, плитку укладывал тротуарную. Ну, конечно, большей части времени я дома сидел-то. Ну, Библию читал, изучал, ролики смотрел. И третий раз решил набрать Игнатия Тихоновича все-таки. Сколько раз примерно вы звонили? На третий раз вы мне уже конкретно сказали, что сколько вам лет? Я говорю, 25 лет. И вы мне привели строки из стиха, что если четверть века позади, а ты еще не звонок и не ярок, еще не приготовил свой подарок, то от тебя подарка и не жди. Да. Мне как раз четверть века, и в общем, от тебя подарка, в общем, не жди. Ну, меня так слегка это так зацепило, но я подумал, ну что, я же христианин, разве можешь меня такое зацепляло, как-то некрасиво. Ну, разговор скомкался, мы положили трубку. Ну, я с вами продолжал общение-то по интернету. Мы переписывались спокойно, свободно, как друзья. Это уже в октябре я вернулся. Ну да, вы в поездке или после поездки. Поддерживали отношения по интернету, переписывались. Я вам просто задавал, мне отвечали. То есть я как бы хоть жил-то в Борисполе, но духовно я себя чувствовал как в Потеряевке. То есть я и вел себя так везде на людях, как будто у меня за спиной есть там община, и я могу открыто выступать, с людьми говорить так, смело там. В общем, ну такое вот. Не знаю, нормально это, ненормально, но мне очень свободно так себя чувствовал в такой роли. Ну, то есть то, что я вам ответил отказом, вы не успокоились на этом? Нет, нет. Я вспомнил, у меня случай действия такой был. Мы с родителями выезжали за город со знакомыми. И ребятня, мы бегали, играли там на опушке леса. Там холм был, нашли большое колесо, такое резина из-под трактора. И внутрь залазили и скатывались с горы. И нам кто-то из взрослых сказал, что там космонавтов готовят. Я тогда подумал, а вдруг я там стану космонавтом когда-то. Это было мне, может, лет 5. Мне потом Игнатий Тихонович в ролике говорит, что нам в общину попасть нисколько не легче, чем в отряд космонавтов. А я подумал, я все-таки стану тем космонавтом, который попадет сюда в эту общину. Это вы писали в газете так про нас, я поэтому привел. Не мои да, слова да, это. Да, да.
Ну я не, почему-то мне все равно, как бы, оказалось, что рано или поздно я все равно сюда приеду. Ну не знаю, мне это так даже особо. Тут понимаете что? Одинокие не приживаются. Ну понятно, что надо все работать и готовить. Но мы тут решили, собрали собрание, сколько там, какие люди были свои, и решили так, немножко изменить подход. Разрешить приезжать с определенным сроком, отдельное общежитие для мужчин, отдельное для женщин, для девушек там. Ну а дальше будет видно как. И после этого уже у нас начался разговор. Вот, мне-то надо проверить, ты действительно там около Киева живешь или в Киеве? Или ты просто за забором сосед? Какой город? Ты отвечаешь все правильно. Но как я-то проверить могу-то? Говорить-то можно. Я говорю, так, снимай копию паспорта, военного билета, трудовой книжки. И дальше надо тебе сфотографироваться. Но сделать это очень быстро. Вот я тебе сказал, желательно завтра, а может сегодня, чтобы ты мне прислал фотографии. Я говорю, пойди городской милиции и вот так руку подними. Сфотографируйся, другую руку, второй снимок, так руку сделай, а потом пойди к городскому военкомату, подними руку, так, повернись, так, вот такие фотографии. Вы это получили? Да, я это выполнил, не сразу, не мог найти даже человека. Что вы подумали, когда это такие требования поставил? Какие мысли были? У меня сразу мысли были, что, значит, это, если я это выполню, это подтверждение того, что я смогу туда к вам приехать. Ну, то вы поняли, что я не просто выкобуриваю, я по делу. Ну, я сразу понял, что вы хотели удостовериться, живу ли я точно в Борисполе. Да. А у меня военкомат и милиция, они там в 100 метров друг друга, поэтому я быстро это все проведу. Вот, посмотри здесь, вот он присылает копию. Вот он, здесь какие документы. Это что, паспорт? Да. Паспорт. А это же тоже паспорт, да? Да, это вторая, это прописка. Да. Это? Трудовая моя. Трудовая. Вот это все трудовая моя. Ведомости про работу. Да. Ну и дальше. И вот он сфотографировался. Это где? У милиции? Да, это РУВД. Видишь как? Вот прислал. То есть если это чужой человек, живет он где-то там в Москве, он никак не может поехать именно сделать. Я-то переписываюсь с одним. Хотя если уже так срочно там органы могли. Вы дальше смотри. Это первое. Говорю, подними две руки на выше головы, вот так сфотографируйся. Вот. Он еще сделал запасной снимок. После этого, это что, военкомат? Да. Я говорю, повернись, чтобы было видно, а руку там как к виску, как приветствие в советской армии. Вот, маленький где-то. Вот. Это... вот таких-то снимков было больше, но я остальные уже не открываю. Ну, я тогда Володе говорю, видишь, он выполнил все. Теперь уже получается, я должен дать ответ какой-то ему. Я не просто дергал его и играл-то. Ну и когда вы вот это все... мне прислали, дальше как было? Мне ответ пришел ваш. Да, какой? Собирайтесь, будьте готовы. К лету вы написали сначала, или к весне. К весне на переезд в Алтайский край. Да, что вы должны все устроить там, никому не быть должным. Взять все справки, чтобы туда вас ни зачем не дергали. Я что знал, тут проконсультировался, что с собой взять? Да. Как можно было? Какие тебе там гроши еще у тебя там есть? Да. Вот. Но ты выполнил все. Вот я гляжу, у тебя тут три баула, или как называют их? Ну, калауши называют, сумки большие. Вот. Ну вот ты сегодня приехал. Ты вышел, когда с этой пошел Сергей встречать. Я говорю, вот так. Это меня в Америке научили. Вот так. Народ-то идет, когда там в аэропорту, ты вот так, чтобы над головой подними, а тот-то твой-то идет и поворачивай. Народ-то толпой идет, который с самолета на вокзале там. И они так подняли, да? И да. Ты прочитал. Я даже первым делом увидел сначала табличку, потом узнал Сергея. Ну ты его увидел вот это? Конечно. И ты понял, что тебя встречают? Да. Видите, как хорошо. Это я в Америке научился. Я был, и меня встречали, кажется, в Нью-Йорке или в Вашингтоне. Нет, в Нью-Йорке. Вот так. Я гляжу, моя фамилия, там держит человек незнакомый, ну туда и пошел. Ну, ты сегодня побыл, узнал Сергея Пупкова, у Игоря был, что вы там делали? Гараж строили. То есть первого дня, уже в 9 тебя тут приветили, накормили, и ты уже пошел на работу. Без дела ты не сидел. Ну да, мне надо было
ну, войти в ритм, что, ну, у меня волнение все-таки, я переехал в другую страну, в другой город, и нужно было не останавливаться, нужно было вот как-то, ну, идти, да, потрудиться. А тобой быстро акклиматизируешься. Ну и сегодня у нас было богослужение, теперь уже конкретно, раз приехал уже, побыл ты на богослужении, ты так и представлял? Мне показалось сначала слишком долго, как будто там 5 минут или сколько, когда молчат все стоят. Это 7 минут? 7 минут. Да. Я стою в молчании, я уже действительно как-то отрешился как-то от происходящего. Это 7 минут настрой на молитву. Об этом написано в молитвослове. Вот этот молитвослов, православный молитвослов. Вот он. Ну, это не сегодняшний молитвослов. Мы сейчас посмотрим, когда его издан был. В 1979 году. Издание Московской Патриархии, Москва. 70-й год. 75-й, ну я плохо вижу. 70-й. Тетка Наталья. По благословению кого? Святейшего Патриарха Московской Руси Алексея. Ну тогда он был один Алексей, это никто не знал, что будет еще второй. Вот так. Ну, слух громко прочитай. Молитва утренняя. Что впереди написано? Написано: «Восстав от сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, представляя перед себя, пред всевидящим Богом, и совершая крестное знамение, произнеси во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». То есть надо подготовиться. Стань прежде всего, приготовь себя. И у нас принято 7 минут, как заходят, без 7. Вот сегодня у нас служба с 5, где-то было в 4, 7 минут. И ровно в 5 тогда царские врата открываются, когда батюшка, а если нет, без него у нас служба также идет. Но она короче, конечно, намного. И завтра будет точно так же. И вот эти 7 минут, когда никто не может ни зайти, ни выйти, полная мертвая тишина. Мы молимся, благодарим за прошлую неделю, за батюшку, чтобы было, как говорится, огненное служение. Вот это включи одно маленькое правило. Вы сегодня найдете много таких храмов, где могут это сделать? Такой дисциплины даже, ну, конечно, найти-то. В монастырях такого нету. Даже. У нас священник один служил, смотрит по часам, в алтаре стоит с батюшкой. Уже время сейчас служить, а ни одного человека нет. Он алтарь открыл, полный храм людей. Он говорит, не слыхал такого, другого такого. А другой священник был здесь, у меня, говорит, руки затряслись, говорит, я не могу служить. Я, говорит, не знаю, что со мной сделалось, я никогда не видал. Вот почему царица Савская была удивлена, увидев, какой порядок у Соломона. А порядок это означает, люди знают каждый, что делать. Это не чужие. Меня спрашивают, а почему вы думаете, на Украине вот такая-то беда? Я вчера еще раз посмотрел. С самого начала я говорил, там скопище всех абсолютно сект, какие только есть. Христианские, нехристианские. Это там как помойная яма. Отовсюду. И оттуда они распространяют эту заразу с Украины на Россию. Но тут-то не лучше. Но там самое главное. Журавлев там зарегистрированный. Кого только нету. Все зарегистрированы там. Санде эти. Все они там. Ну и другое. Там была такая милицейская рота, или как сказать, батальон «Беркут». И вот когда геи там были, гей-парад, и правительство, говорит, не разрешило. А милиция-то хватало православных, я сейчас посмотрел где-то. И вот они эти теперь, соколки-то, беркуты, они больше всего и пострадали. И били, лупили, и убивали. То есть оно не заржавело, оно рядом где-то. А там были люди, которые предупреждали, говорили об этом, как отец Андрей Ткачев от Московской Патриархии. Ну, ему пришлось, видимо, переехать сюда, как говорят, бежать, потому что угрожали смерти, его упрекать в этом нельзя. Бьют в одном городе, беги в другой. Так, и вы намерены где, если Господь благословит, обосноваться теперь? Потеряевки. Потеряевки. Вам же нужно как-то с гражданством теперь? Обязательно. Так, так вы украинское за собой оставляете или теряете? Ну, нельзя так, ну, сука, я знаю. Как-то говорят, двойное, тройное гражданство. Я ехал в автобусе в Россию, со мной сидел пенсионер, у него каким-то образом был и русский паспорт, и украинский, но я не знаю, как это делается. Ну, надо просоветовать, у нас юристы есть, надо хорошо это обдумать. Для вас, здесь вам экзамен на русский язык надо будет сдавать еще. Ну, а что вы, по-русски человек, вы разговариваете там, эти междометия тут помогут. Надо это делать сразу же, сегодня суббота, миграционные пункты закрыты. В воскресенье отдохнете, а в понедельник уже надо выезжать в Мамонтово, районный центр. И там начинать говорить. Так,
время будет идти, пока приглядывайтесь. Я хотел попросить вас о том, чтобы с чем вы не согласны, что не нравится, где-то себе записывайте. Чтобы потом отдельно мы соберемся вот так, и вы скажете, я вот с этим удивляюсь, почему это у вас, чем это вызвано, и правильно. А вот с этим я вижу совсем неправильно. То есть я гляжу, вы там активность проявляли, ездили, разговаривали, к батюшкам говорили о крещении. Да, да. Да. Так что у вас это право никто здесь не отнимает. Но то, а с чем вы там были не согласны, здесь как раз все у нас это по норме. Правильное крещение. У нас все до одного в полное погружение. Все до одного. У нас ни моченых нет ни одного. Мочение голов мы не считаем за крещение. Но оно и должно быть так. Никакого перекрещивания нет. Он просто был обманутый, не крещенный. Ну что, все. Какие вопросы ко мне есть? Пока не придумал еще ничего. Ну еще тогда на этом все. Попросим благословения. Давай сейчас помолимся. Чтобы Бог благословил вас, вразумил. И у вас будут встречи с людьми, ну, люди тогда разные, будут встречаться отступники, которые были у нас когда-то в общине. У них задача сделать пакости какой-то. Будьте просто внимательны. С ними не надо разговаривать. Там ни одного слова нету, чтобы оно было на созидание. Он просто все разрушает. У нас такие были, которым пришлось отказать. Они выехали даже через крестный ход. И, то есть, всякие мерзости делали, нарушали заповеди. То есть, в Израиле у мусульман они достойны были бы смерти. Нарушение верности, всякие-всякие. Вот. Эти люди, они стараются, кто приезжает, с ними говорить и как-то отвратить. Так что, будьте благоразумны, смотрите. Все, поблагодарим Бога. Боже милостив, будь мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Смотри-ка назад. Вещества я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, сущим и гробе живот даровал. Благодарим Тебя, что Ты услышал нашу молитву, благословил брата нашего Никиту прибыть на это место. Соделай так, чтобы мы были полезными друг для друга, и жизнь его устрой по воле Твоей святой. Научи нас помышлять о вечности, о небесном, о горнем, и искать всего, что служит спасению душ наших. Хвала Тебе и слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во славу Божию. Аминь. Ты что тут, а? Беги гуляй. Сегодня 17 мая 2015 года, воскресенье. У нас необычный день. Приезжал правящий архиерей Алтайской Барнаульской епархии епископ Сергий Иванников. Ну, воскресная школа была, там мы все выставим, покажем. И меня попросили взять интервью у Никиты Колесникова. Он приехал с Украины, и как у него дело проходит здесь. Вот. Я сейчас вопрос ему задам. Это отдыхает у меня здесь. Это... кровать вот показать, как у нас на три этажа разбито, попутно показать. Вот посмотри. Вот это маленькая совсем комнатка-то. О, погляди, за гитарой там спрятался, этот лежит. Отдыхают люди. Вот это голландка-печка, вот что знаменитый наш шарик стоит, позевает, скучает с нами. Шарик, шарик. Вот как. Это белого привезли мы из города. Так что мы обстановку не теряем. Никита, к тебе вопрос был такой. Причина, почему ты выехал в Россию? Второе, как тебя тут приняли? Дальше, как идет оформление документов? И какой ты почувствовал настрой вот у начальства, которое, как они расположены к Украине или нет, подозрительно относятся или нет, дают гражданство или нет? То есть вот это вот, что ты можешь сказать вот, на данный момент, когда ты приехал, какого числа? 14 числа я пересек границу, 14.05. Это апреля? Да. 4-го, значит. А, 5-го, да. 4-го. Апрель 4-й. 4-й. Еще? Закрыть надо. Закрыть. Закроем, потому что он мешает снимать. Вот так. Ну, рассказывай вопросы. Как-то. Нет, я буду наводящие еще давать. Ну как, переехал для того, чтобы поселиться и жить, ну, по Теряевке, как смогу, лето, осень. Остальное время в Барнауле, работать здесь смогу. Вот затем и приехал-то сюда.
Ну дальше-то что я спрашивал тебя? Какое твое тут отношение к тебе, когда узнают, что ты с Украины? Ты на властей уже в какой стадии у тебя оформления документов? Ну вот, должны в течение полутора месяцев дать уже разрешение на временное проживание. Это в такой второй этап уже до того, чтобы дойти до постоянного проживания, чтобы получить паспорт российский. Это второй уже в шаг, так сказать. То есть, отношения, в принципе, нормально, никто ничего не подозревает меня, все гладко идет. Никаких затруднений, никто ничего не подозревает. Все спокойно-то. Ничего не могу сказать даже плохого. Или что-то тебя такого. Не попрекают, что вот такая обстановка на Украине, там русских не любят, москаляку на геляку, какие вы украинцы, родные братья, что вы делаете? Никто ничего? Ну я общаюсь в основном-то с братьями. Они так, если спрашивают, то может шутку там, или просто из интереса какого-то. А с мирскими-то я не говорю ни с какими. Они имените. Ну а когда оформлял документы, там какие документы-то? Визовая служба. Ну вот когда мне только ФСБ-то вызвали, видимо, сравнивали, правда ли то, что написал в анкете, то есть это ко мне относится, соответствует, то есть истине. И они меня по этой анкете спрашивали, видать, кто я там, православный, какого вероисповедания, зачем приехал сюда. Ну там меня все спрашивали, вплоть там, где я работал, кто мои родители, как пересекал границу, тут, где я проживаю, с кем, зачем, когда. Очень детально у нас беседа там такая произошла. И закончилось хорошо, он только остался доволен, этот, как он себя назвал, Александр Геннадьевич. Записал все. Может, там оно и так записывается, но, видать, и он и от руки записывал все. И, ну, под конец хорошо, не имею вас больше никакой причины задерживать. Мы друг улыбнулись, как бы, все, приятно так расстались. Я ему два Евангелия дал, визиточку сайта. То есть, он все это принял, то есть... Как он будет читать, уже смотреть, это будет Господу видно. Все, сказал, все, свободен пока я. Ну, видимо, больше туда вызывать меня не станут. Уже непосредственно только миграционную службу за получение временного проживания поеду. И все. А как получу временное проживание, там уже начну оформлять, даст Бог, на постоянное, с видом на жительство. Сразу же. Какой там срок дальше занимает? Это ну, я... отношение к себе ты не почувствовал, что к тебе здесь относятся хуже? Может быть, даже хуже, чем другим, потому что ты ну, в конфликтной ситуации с Украиной находится здесь. Может быть, к узбекам лучше относятся, чем к вам. Может, я просто потерялся в общей массе, там, да, узбеков, таджиков-то сотни, я один. Я там как бы не такой заметный-то был, что как-то на меня внимание обращали или спрашивали. Что я хотел? А ты сам внутренне-то чувствуешь, себя русские люди воспринимают здесь? Когда узнаешь, что ты с Украины. Мне кто-то сказал, что Сибирь это даже не Россия. Ну как это Россия, это ну как-то ну, отдельно от России, что ли, кто-то мне говорил-то. Ну как? Никак. То есть никакой такой. Ничего, никакой настороженности нету. Ну и, конечно, интересно, где я там был, что там, какая ситуация. Ну я не. Что, то же самое можно узнать по новостям-то и по интернету. Я так своими глазами не видел ничего, кроме там, может, военных машин, там, грузовиков с солдатами. Бои-то происходят далеко от города, где я живу. А ты где живешь? Ну, это вот 16 километров от Киева, это Киевская область. Город какой? Город Борисполь. Он большой? Около 45 тысяч человек. Ну, как у нас Павловск. Примерно такой. А может быть, даже в два раза больше. Да. Ну вот сколько ты пробыл здесь? Батюшка говорит, вот тебя вызвали ФСБ, и ты поехал. А батюшка пришел, отец Акима спрашивает, а он тут что-нибудь хоть оставил или нет? А братья говорят, да Библию оставил. Значит, не сбежал, вернется. Потому что у нас был случай, что один сбежал. Но потом вернулся. Беглец этот, веселый. Вот он где. На велосипеде 150 километров. От Чапал до Барнаула. У тебя мысль такая за это время не возникала, что ты просчитался, приехал? Да не, я сюда ехал, понимал, что тяжело, конечно, очень будет. Но я уже решился до конца терпеть. То есть, как говорится, знал, что потом как-то легче станет через год, через два уже освоюсь. В первое время, конечно, моя жизнь не такая была прежняя, как сейчас-то совсем. Сейчас уже с полной выкладкой, а раньше так. А в чем ты думал, что тебе будет тяжело? Ну как,
Там, тут трудиться нужно там, каждый день почти, дисциплина, вставать рано. Это нужно, это как хочешь не хочешь, это нужно пройти для начала. Акклиматизация. Да. И... Значит, вставать рано тебе — это один из пунктов. Нет, уже привык-то. Прошло. Конечно. Ну и как ты понял, вставать, вот как мы в 4:40 или в 4:30 встаем, это на пользу? Ну да, я бы советовал всем верующим так вот стараться вставать-то. Всем людям. Много времени с утра. Ну вот с кем ты встречался, люди-то уже, кое-кого ты видел-то, даже не нашего круга. А было такие, которые упрекали тебя, вот ты этот, с Украины, тут что-то тебе там не хватало? Ну я только с верующими, с общиной общаюсь с людьми. Как они смогут мне такое сказать? Я даже не представляю. У них мысли такого нет. Ни в чем ты тут в России не ущемлен пока. Ну, обращают внимание, что у меня акцент такой, говор украинский еще. Ну это так тоже просто в особенность мою входит. Никого это не раздражает. Потому что кое-кто послушает этот разговор. Ну, он может подумать, скажет, ну, это специально подстроили такого, а на самом деле это не так. Приезжает, его тут гнобят. У тебя же спрашивали, с украинским КГБ имел ли дело? С СБУ? Ну да, спрашивали меня. Каким-то образом, какие-то там, как-то с ними сотрудничал когда-либо. Я сказал, что нет, я не тот человек вообще. Приехал трудиться человек, учиться. У вас учиться приехал. То, что братья не живут все, как вы, но он это нормально воспринял. Мы все ученики. Понятно. Христа. Вот у меня хороший ученик, посмотрите какой. Безупречный. О, вот он какой. А. Звать его Шарик. Шариков. Преданный. Маленькая собачка с большим сердцем. А этого выпустил, приехал. А большой кот-то здесь его, который местный-то, его он, двоюродный брат ему, он на него, он не отступает. Он подставляет ему, его не пропустить ничего, у него-то большая шерсть скаталась, как потник. Он как броненосец лежит, видишь какой? О, неуязвимый. А у тебя, Никита, какие-то вопросы к нам есть? Вот чем ты был недоволен? Может, поговорим, да маленько мы избавим давление на тебя? А иначе ты не выдержишь, алмаз из тебя не получится, а сажа одна. Да нет, ну просто экономия, конечно, это надо искусство целое так вот на экономии жить. Это нужно привыкать к этому. Хоть как-то приблизиться к этому, хоть на 10 шагов, так что, ну, жить так. Тут живет Виктор Савченко, а где он сейчас? Видимо, на озере-то. А что он там делает? Приехали вот епархиальные. С воскресной школы? Да, с воскресной школы приехали. 14 человек, да? Ну еще? Что, видимо... Катаются на лодках-то? Да. Они попросили, сейчас поздновато. Я говорю, никак, уже батюшка говорит, до службы недалеко. А сегодня скорее ехать, я говорю, ничего не получится. Я вам обещал, вы обязаны покататься. Ну и согласились, и сейчас катаются там. Сейчас там снимать будут, мы Володы отпустим. У тебя какие-то претензии ко мне есть? Что? Нету. Нет никакой. Когда люди говорят, вот как есть, один говорит, а я зануда, я свободно подпишусь под этим словом. Что понимаю, то есть я до мелочей вникаю. Вот вчера у них на огороде, я в них замерил не просто так, а замерил до сотой доли с этим, со сожжением сколько-то. На 100 рублей наказал хозяина. И за него пришлось 100 рублей отдавать лишних. Где бы я ни появился, я обязательно заметил, там он провалился трактор, яма. Ну яма, какая-то яма была, и трактор застрял. Я сказал, немедленно ее завалить. А он не хотел рядом распахивать около сарая. Я говорю, распаши, вся крапива уйдет. То есть я обязательно оставлю след, а потом забежал. А кому-то нужны сапоги, я сразу сказал, заходите, два сарая, тут крыша, выбирайте, какие вам надо. По подушке возьмите бесплатно. У меня велосипеды, которые не совсем ладные. Заберите все оттуда. Сейчас прям можете вытаскивать их. Вот, то есть наше общение, оно обязательно приносит какой-то плод. Во-первых, или для ума что-то они взяли, это или материально. А так, если просто я буду ходить, наступать на пятки, еще из этого. Сейчас выходит одна наша девица молодая, Василиса. Ну и крыса-то спускается, у нее подол-то длинный. Но я на подол-то наступил, и она дернулась, юбка-то с нее сползла.
это показывает такое даже в интернете. Она расхохоталась, и я, глядя на нее, да давай извиняйся. Она не может удержаться, с подругой рядом идет и хохочет, стоит. И вот так интересно получилось. Она не ожидала, я не ожидал. Ну, наступил, а она-то двигалась вперед, и с нее это поползло все, потому что все на резинках. Бывает, но... Ну вот я небольшие свидетельства в сторону Никиты. Как бы плюсы. Да, он, был. Когда мы работали это осенью у Игоря Дыбунова, гараж строили. Никита как раз там участвовал. И говорит, Игорь, я работаю. Раз, поворачиваюсь, а где, говорит, Никита? Смотрю, он сзади меня уже, говорит, молится, говорит. То есть он привык, вот именно, говорит, он с вас, говорит, взял пример, значит, вообще, да, и стал молиться чаще. Вот, до 7 раз, говорит, даже больше, да, уходил у тебя. 7 раз, да. Вот. И второй плюс я у него заметил. Вот у нас жил на квартире другой брат у вас, Василий Плотников. Вот любовь к Слову Божию у него сразу видно. Он сам открывает, сам читает. А Василий этого не замечал. Я ему даже несколько раз говорил, говорю, ты хоть сядь, почитай там. А то он все медицинское, вот это все разбирал. Но это тоже надо. Ну, любовь к Слову Божию, это сразу проявление показало. Там вот такие вот плюсы. Слово Божие у нас на экране в интернете. И поэтому днем я целый день с утра до вечера читаю его, и ответы по Слову Божию. И к этому отдельно призывать вас не призываю, вы сами уже это знаете. На Слово Божие не надо побуждать, когда ты уже вкусил. А к молитве надо все время. Не написано, Словом Божиим я 7 раз в день занимаюсь. Словом Божиим я занимаюсь постоянно. Иду, размышляю в Слове Божьем. Молитва со Словом Божьим объединились, и они уже неразрывно идут. Даже не то, что синхронно, а просто как одна лента. Ты это уже успел ухватить? Ты увидел, как мы живем без, ну, бесплатно почти. Зелень, подножный корм, что тут есть, картошку маленько надавили, там молочка как-то достали. И все, мы уже прожили. Все здоровые, сильные. Значит, ко мне претензий нет, я сейчас уезжаю в Барнаул, я могу спокойно ехать. Конечно. Я тебя братьям передаю. Так, что, Игорь, слазь, наверное, сейчас нас братья покормят. Поедим маленько, спаси Христос. С гитарой там. Вот видите как, а палате широкие, вот здесь два человека свободно умещаются. Но это умножьте теперь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть и два, 12 человек. А это, ну чтобы понятно было, что это малое расстояние, я сейчас кину. Вот, давай, 1.70 м, примерно вот так. 3.40 м, маленько неполных, 3.40 м. 3.40 м. Я объем-то, это, не знаю, 3.40 м. Так, раз, два. 3.40 м, 1.70 м, 3.70 м, 20 м, ну и 5 метров, 5 × 3 = 15, 16, 17 квадратных метров. Вот на 17 квадратных метров, вот сколько людей, и сами готовим здесь, и обедаем, и можем стол здесь новый поставить. И у меня вот веранда совсем небольшая, там я 60 человек там принимаю, 60 одновременно за стол. 60 это там пресс-конференции, когда приезжают корреспонденты, или свадьба какая играется. То есть совершенно маленькое пространство, но оно вокруг, идет вокруг. И поэтому вот так вот объем. Я думаю, все это зависит от широты взгляда, от широты сердца, когда у тебя никто не лишний. Вот все. Вот приехали у нас воскресная школа из Барнаула. Сегодня 16 мая 2017 года. 14 человек. Батюшка их проводит в свой дом. Там у нас овечки. Вот так. Вот так они, вот они какие. Вот из животных, которых, сказать вам, если кто не знает, разрешите? А уши это метит, обрезает. Вы? Да. По-разному, что ли? Ну да, конечно. Вот это у хозяина одного, это вот барабаш, так, а у меня так повдоль порезано, чтобы нам потом не перекрыть. Это барабаш? Да. Ты? Да. А что он у вас? Ну, у нас вместе, конечно. Одно старое. Батько, ты такой хороший, можно я еще? Ой, давай! Ага, мать, еще! Потеряла. Иди, смотри! Отдай! Отдай!
другим-то дайте. Другим-то дайте подержать. Подержите, не уроните только. Возьмите. У меня здесь вот еще есть один. Ой, дайте еще. Будешь, можешь брать? Возьмешь, я тебя смотрю. Этот какашка. Смотрите, да, это можно. Этот весь какашка. Ну-ка. Какашчатый. Ну давай. Что, только родился, что ли? Вчера. Этот вчера. А тот сегодня. Все, давай чек. Ну, потихоньку можно отдать матери, а то она плащет уже. Вот сфотографируется. Вот сегодня родился. Дайте мне, пожалуйста. Мать ищет своего ребенка. Да что ты такая? Вот так. Ну что? Наверное, вот сюда его... Отдайте его сюда, ягненка, и можно выходить. Позаботьтесь. Марин. Давай истину воскресе, дорогой. Да, приехали уже, мне приехали и потекана архиерейская прилетела, разложили уже. Воскресная школа уже, 16 человек приехало. Сейчас мы экскурсию проводим по деревне. Сейчас не трогают, вот это уже приехали, переодеваются. Вот. Это епархиальная школа. Они приехали, выше колен, все это, грудь голая. У нас приехали, я сразу все это высказал им. У нас это не положено, и в храм вы не войдете. А владыка-то приедет Сергий Иванников, алтайский, он скоро митрополитом будет. Вот видишь как, этот семинарист приехал. Какая прекрасная у них форма. Ему ничего не надо говорить, ни одного замечания. Он одетый как положено. Вот это так и должно быть. И молодежь, вот сейчас их там переодевают. Вот одна из них уже переоделась. Вот, пожалуйста, по нашей форме. И мы никого не преследуем. Они приехали к нам. Наш дресс-код. Ну, не нравится будет стоять на улице. Вот такой дом, куда они приходят, их тут переодевают, все. Ну, прямо любо-мило посмотреть. Картинка. Спасибо большое. Вас их сфотографируют, и потом мы в интернете выставим, вы посмотришь. Посмотрите, как это будет выглядеть. Я не фотогенична. Но... Это Господь. Вот жду их, сейчас они должны выйти скоро. Вот так. Пожалуйста. Это сегодня приехали новые люди. Я еще не знаю, к кому и что. Отошел. Добрый день. Глухонемая. Видите, как она одета. Янчук Валентина, мать диакона. Глухонемая. Видите? У них все переписано. Пальцем показывает, как идет. Вот наши красавицы идут. Добрый день. О, Василиса, добрый день. И Верочка. Любо мило посмотреть. Знаешь, какие они? Идут в храм. Вот, владыку завтра встретим. Макси, этого Сергия. Алтайский и Барнаульский епископ. Ну, он теперь будет митрополит, уже никто не сомневается. Хороший епископ. Вот прислал целую эту школу, 14 человек, молодежь. Воевать не надо. Уже третий раз он приехал за короткое время, как его сюда поставили. У нас не было ни одной зацепки друг к другу, никак. Просто хорошие, прекрасные отношения. Что-то еще бы лучше хотелось улучшить, ну, события торопить не надо. Господь усмотрит. Вот они идут. Идут. Сейчас буду проверять. Как они одеты. Правильно, неправильно. Все, подпоясались. Видите как, одеты по полной программе. Что скажешь? Благочестивый русский обычай.
Я их сейчас остановлю, скажу. Вот они пробежали, не заметил. Надежда Васильевна. Так, ребята, остановитесь. У нас по уставу верхняя пуговка должна быть застегнута. Это масону научили открыто. Вот форма, пожалуйста. Вот стоит семинарист, ему ни одного замечания нету. Строгая, красивая форма. Все, и вы, ну, замечательно смотреть. Русские красавицы. Давайте, заходите. Вот, это Алевтина Пантелеевна. Пришла из баптистов, православная. Старшая дочь теперь. Матушка за священником. Вот, Михаил Фас в Томске. Так, вот идут ребята. Так, остановитесь. У нас устав такой, всегда застегнутый должен быть верх. Расстегнут, это масоны учат. Красивая форма. Видите, как вот одеты. Все, да? Все это обдумано. Все, нормально, заходите. Не разговаривать, не выходить. Если вышел, то заходить уже нельзя. Вот это Елена Барабаш. Русская красавица. Как говорит, белозубая красавица. Вот еще одна. Как будто другие люди приехали, совершенно. Какие были, какие есть. Вот понимаешь, нет? Просто русская красота открывается. Какая была форма. Еще посмотреть. Вот Володя Пащенко приехал. Там еще машина, Сокольский Володя. Вот, а Сергей Пупков, вот он где приходит, приветствуется. Вот еще одна выходит. Ну что там говорить? Ну, посмотри. Это вот только приехали. Приехали, ну никакие. Один день, а то они говорят, не надо. Священники просто любят, чтобы голые ходили-то. Так, все одеты? Я да. Говорю, сколько красоты открывается. Вот они, какие книги. О, пожалуйста. Вон там еще две красавицы. Это все епископ Сергий привез таких. Вперед Иване приехали сегодня. Вот, пожалуйста. Что скажешь? Одна за одной выходят. Ну, вот которые будут смотреть, вы посмотрите, какую красоту священники угробили буквально. Кого попало и как попало, гляньте. Посмотрите, какая это русская форма. Побойник, платок. Вообще, красота. Вы сами себя увидите и скажете, неужели я такая красивая? А еще одна ушла. Вот еще на меня идут вплотную две. Откуда Бог такую красоту прислал нам только? Вот посмотрите. Володя. По времени. Все время? Ну все, заходим. Если за мной Володя пришел, чтобы я не пропустил, не опоздал. Все одели платки. Все. И говорят, ничего нельзя. Ничего один раз только сказал. Одно слово. И все до одного 100% послушные. Всем притчи людям, Господу помолимся. Господи, помилуй. О многострадальной стране нашей российской православных людей, о возвещении в России несущих о спасении, Господу помолимся. Господи, помилуй. Благослови, Господи, повеси сеть
всякой весе граде, в стране и верою живущих не Господу помолимся. Господи, помоги! Изобилие плодов земных и временах мирных, Господу помолимся. Господи, помоги! Плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и о спасении, Господу помолимся. Господи, помоги! Избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помоги! Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помоги! Благословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе, друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Господи, как подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Господи, возвал к Тебе, услыши меня, Господи.
Да, фоточка была из ласточки. И так, в течение 5 лет уже где-то семья не выводит, сколько у нас улетает. Почему не прилетает? Ага. И живут. Живут. Вот так вы болтали. От лица открывали? Да, нет. Господи, не отделяй глаз.
благослови, Владыко. Благословено Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Христос воскресе из мертвых, святые все по праву Иисущего крови Живо даровал. Христос воскресе из мертвых, святые все по праву Иисущего крови Живо даровал. Христос воскресе из мертвых, святые все по праву Иисущего крови Живо даровал. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Божий церкви соединение всех, Господу помолимся. Господи, помилуй. Святем храме всем, с верой, благоговением и страхом Божиим, хранящих во Боге, Господу помолимся. Господи, помилуй. Патриархи Кирилле, те господине наши, высокопреосвященнейшем митрополите Иларионе, те господине наши, преосвященнейшем епископе Сергии, чистыне, пресвительстве, Христе диаконстве, о всем пречте людях, Господу помолимся. Господу помолимся. Господи, помилуй. Яко свят еси, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно. Господи, спаси, благочестивый я. Господи, спаси, благочестивый я. И услыши. Посети винограда сей и утверди и его же насади десница твоя. Святый бессмертный.
помолимся и воздадите Господи Богу нашему. Помолимся и воздадите Господи Богу нашему. Которая через предписание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения, это она делала много дней». Павел вознегодовал, обратился и сказал Духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Когда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода им, схватили Павла и силу и повлекли на площадь начальникам, и перейдя их воеводам сказали: «Все люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воевода сорвал с них одежды, приезжими палками, придав им много ударов, вверх в темницу, приказав им крепко сидеть. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, бежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И вывел их, он сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Мир тебе и духове твоему, и мудрость. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Святаго, славного и всехвального.
апостола и евангелиста Иоанна Богослова, да даст тебе глагол благовествующему силою многою во исполнение Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего и Иисуса Христа. Аминь. Премудрость прости, услышим святаго Евангелия. Мир всем. От Иоанна святого Евангелия чтение. Отвечал им,
Я уже сказал вам, и вы не слушали, что еще хотите слушать, или вы хотите сделаться его учениками. Они же укорили его и сказали: ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он. Человек, прозревший, сказал им в ответ: это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит его волю, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ: во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему: ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал: а кто он, Господи, что мне веровать в него? Иисус сказал ему: и видел ты его, и он говорит с тобою. Он же сказал: верую, Господи, и поклонился ему, и поклонился ему. Слава тебе, Господи, слава тебе. И слава тебе, Господа. Рецензия всей души от всего помышления нашего рыцаря. Жители Божий, Отец наших, молим Тебя, услыши, помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молим Тебя, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о великом Господине Отце нашем, Святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине нашем Высокопреосвященнейшем митрополите Иларионе, и о Господине нашем Преосвященнейшем епископе Сергии, и о всей во Христе братии нашей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молим. И кто же достойно связавшихся, плотскими похотми спасли, приходите, или приближитесь, или служите тебе, царю славы, или вы служите тебе великим страшным, самим небесным силам, но обаче неизвеченно горание и свергнуть своего человека люди, и приложены неизменно быть если человек, и архиерей нам быть и служебные семьи бескровные жертвы, священно действие предал деси нам, и от владыка всех. Ибо един Господи Боже наш, владычествуешь небесными и земными, и же на престоле херувимся носимы, и же серафимом Господи сам Израилем, и же един свят, и во святых очевали. Тя упомолили, и на облаках, и в ваше поспешило, призванными грешными, и потребно вырабатывали. Очистим души и сердце от совести лукавые, и удавлены силы святаго Твоего Духа, облечено благодати и священство, представьте святейшее и сей трапезе, священно действуйте, святое и пречистое Твое тело, чистую кровь, тебе бы прихожу, преклон мою, вы и молитесь, да не отвратишь у лица Твоего, ты не ниже отринешь и не от отрока, восподобие пресвященным Тебе быть многогрешным и достойным рабом Твоим, даром сим, Ты бы если принося и приносимый, приемли и раздаваемый, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем, и святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
отложим попечение. Я, когда царь всех повелим ангельским и невидим одреносим очинный, полюбив. Ты же херувимы, тайнообразующие, животворящие троицы, пресвятую песню припевающие, всякое ныне житейское, отложим попечение. Я, когда царя всех подымем ангельскими, невидим одреносим очинми, аллилуйя, аллилуйя. Ты же херувимы, тайнообразующие, животворящие троицы, пресвятую песню припевающие, всякое ныне житейское, отложим попечение. Я, когда царя всех подымем ангельскими, невидим одреносим очинми, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Thank you.
Великого Господина и Отца нашего, Кирилла Святейшего Патриарха, Московского и всея Руси, и Святой Троицы Сергиевой Лавы, священного архимандрита и господина Высокопреосвященнейшего Иллариона. Первоиерарха Русской Православной Церкви за границей. Да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Смертью смерть побрал Иисус.
помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преосвященнейший Владыко, благослови. Боже, благослови ясти и пяти рабом Твоим, яко свят еси всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь, славай Тебе, Господа. Христос воскресе! Владыка, благословите небольшое слово сказать. Да. Люди иногда жалуются на плохую память. Но если ты пережил это... Чай разлейте. Я попрошу полное, абсолютное молчание, ни одного слова. Если кому говорить, тогда выйдите другу. Вы просто мешаете другим. Если вы пережили это, вы с трудом забудете. Что такое рана? Рана большая, когда ты пережил. Ты можешь считать медицинские справочники, какую боль, какие нервы. Это не то. Я вот на днях только узнал, интернет это позволяет, где мой отец Тихон Дмитриевич потерял руку. Его призвали в самом начале войны, 7 августа он уже был комиссован. Оказывается, Ярцево поселок из Смоленской области, и придумали наступательную операцию, дело 41 год. Естественно, что там было. Отец рассказывает, там Швина Драгобуш рядом, это все сошлось. Его имя, фамилия, награда какая есть. И бомбили, они на кладбище были. Там мертвецы летели. Два человека осталось только. Отцу оторвало руку, до локтя не было. Не до локтя, а до плеча почти. У него оторвало так. Но пока привезли Красноярск, где там были СНСки в это время, я так уже прикидываю было. И вот отец говорит, не погода, а мы пасемся, он говорит, вот до того тянет вот этот палец. Говорит, какой палец, когда руки-то столько нет? Он пережил. Я это в предисловии говорю. Если мы считаем Священное Писание, мы должны себя поставить на место того, о ком говорится. Вот слепорожденный. Почему до этого его никто не допрашивал? Потому что слепыми полная вся страна. Почему сегодня благовестия нет? Ни в патриархии, нет благовестия. Это разговор только один идет. Я близко был знаком, епископ до этого был между вами Максима, а раньше был Антоний Васильевич. Он приходил, у меня дома до обеда, мы в машине ездили, он простой был тоже человек. И он говорит, у меня нет ни одного миссионера. Возьмись за это дело, вот три храма я тебе любой отдаю. А там мы с ним в машине ехали, он повторяет. Почему? Потому что он знал, почувствовал, как это важно. Если человек обратился к Богу, пережил эту боль и радость, более того, что не пришел ты раньше, я в 23 года только пришел ко Христу, хотя с детства молился и знал. Он пережил это, теперь допрашивает. Заметьте, как вот об этом не говорят ни один святой отец. Ни в Златоуста толкования этого нет. Почему? Я в это вхожу и говорю, откуда ты это знаешь? Ниоткуда. Просто по мне по хребту проехали. И мне больно. Почему мне за 23 года никто не подошел, не сказал все, как надо о Христе? Почему? Та душа, через которую я пришел Евангелие, получил Михаила, она говорит, я все пожертвовал для церкви, я так молилась, муж-то пьяница. Но душа до того томится, причащусь, иду, а душа покоя не находит. Какое-то мгновение, и опять, священник, я поехал, сказали, и поехать в Лавру. Ты исповедуешься, Анна? Да, исповедуюсь, Бог. Надо и милостынь, да я все отдала, ничего уже нет у меня, все, давайте. И ее с монастыря в монастырь посылали. И она впервые это услышала у сектантов. Конечно, она перешла к сектантам. Ей никто не сказал. Она говорит, меня томят грехи, я столько абортов сделала. Боже, милостивый, простил. А я думаю, как он мог простить, когда за это смерть? Что проще было сказать? Наши грехи Христос взял на себя. Он умер, страдал за мой грех. Потом он говорит, присваивай себе. Не просто умер, вот грехи мира взял на себя, как Евангелие от Иоанна 1:29. Иоанн Креститель говорит, а он умер за меня. Он сошел на землю ради меня, забудь об этом мире. Он ради меня вошел на крест, это я должен висеть на кресте. Вот там плевали, били, пищевали, это я. Ты поймешь, как все тело наливается болью. Это я умираю. И вот представляется случай, допрашивают родители, что сам в совершенных летах, его спросите. То есть им тоже был дан шанс рассказать, какое чудо Бог сотворил с нашим сыном. Как мы мучились с ним, он только милостыню не просил. Теперь он все видит, он радуется. Нет, сам, то есть, что мне отлучили?
Ну вы видите, сколько радости, а сегодня может такое быть? Может быть. У нас есть старобрядцы, которым запрещено встречаться здесь в храме. Дома можно, даже выпивать можно. У нас сложились очень дружественные отношения с митрополитом Корнилием Титовым, который в Белокреницкой иерархии это. Ну я ему послал книги, он такие чудесные отзывы, насколько полезно. Попросил на свою книгу 100 проповедей митрополита Корнилия дать отзыв. Я дал ему отзыв. А в конце приписал, у нас есть старообрядцы. Вот моя родная сестра в красном сидит, Валентина Тихоновна. Они до этого ходили, их припугнули. Лишили причастия за то, что вы к Никонянскую церковь ходите. Никонянь это погибшие. То есть они зациклились это, спроси в совершенных летах. И я тогда спрашиваю, владыка, разрешите им приходить, они не переходить не будут, чтобы они не дома сидели. 56 недель, и они ни разу не сидят дома. И он, несмотря на хорошее отношение, ответил, мы этого сделать не можем. А почему? А вы признаете, что в патриархии действительно таинство причастия? Я лично беседовал, когда там был митрополит Олимпий, они меня к себе звали очень сильно. Ну, один вопрос. Неужели вы признаете, что у них причастие? Это коронный вопрос. Запомните, о чем я говорю, батюшка. Я говорю, я не могу не признавать, это таинство. Я в это верю. А тут сидел Антонов, другие священники, это Леонид Пименов. Сразу все отошли, говорят, что с ним больше разговаривать. Вот момент, почему мы находимся в таком состоянии. Мы могли быть с Агафангелом Пашковским, с Тихоном Пасечником. Но у них главное условие не признавать благодать с Московской Патриархии. Для нас непереходим этот момент. Мы не можем этого сказать. Мы верим в ее благодатность. Но мы верим, что, как я писал патриарху Кириллу, церковь смертельно больна. А как ее излечить? Доверием Богу. Давид говорит, семикратно в день прославляю тебя. Попросите, чтобы некоторые испытали это на себе. Родителям дали испытать, как прекрасно свидетельство о Христе. В совершенных летах. А он что сказал? Он только сказал, что видел, был слеп и вижу. Он не мог сказать, что это Бог пришел на землю, что ради меня он умер. Он пришел отверзать очи слепым. Грешника Бог не слушает, он мог сказать. О Христе мы можем сказать все, что нам православная святая церковь сказала. Сегодня нам шанс сказать об этом. Я благословляю моего Бога, что Бог удостоил нас снова встретить здесь владыку. Я ему сегодня уже немножко сказал. Зашел ваши эти послушники, уже 8 час спят, а мы-то ставим 4:30. Я им это договариваю, говорят, вы лежите, а владыка-то уже у дверей стоит, уже приехал. Выхожу, он у дверей стоит, машина остановилась, он тут вылез. А как вы знали? Да никак я не знал, я просто хотел вас побудить, быть бодрственным. Сегодня Бог предоставляет еще один шанс, мы это все засняли, я чтец. Имею право заходить в алтарь, чтобы не подумали, я самовольно вошел. Это будет все показано. Какая чистота. Владыки крестятся как попало. Наш, то есть я уже своим называю владыка наш. Он, смотрите, как крестился. Он все это знает. Я в прошлый раз сделал замечание. Это люди будут видеть, и мне теперь есть на что показать. Вот посмотрите, как произносятся, как их тени, с каким благоговением, как песнопение пели. Это не просто торжество какое-то. Мы смотрим дальше. Это свидетельство будет. Вы только зайдете на, я думаю, на течение недели, мы выставим это все. И поэтому образ слепого, он нам должен быть очень близок. Это я слепец. Без Христа я блуждал, но он нашел меня, коснулся очей моих, и я теперь вижу. И теперь, что бы мне ни говорили на православии, я не могу согласиться. Почему? Я был слеп, я не понимал Писания. Но святые отцы, которые в православии, они открыли мне глаза, очи. А им открыл это Господь. Почему я когда спрашиваю, что самое ценное в православии, вы, может, священниками еще будете? Вы запомните, самое ценное – это священство. И каноны, и толкование святых отцов. А остальное у сектантов намного лучше. Намного они дружнее, намного лучше знают Писание. Но только выборочное. Православие – это всеобъемность, она захватывает все. Отошел. Она покрестилась, у нас одна была там, значит, жила, Тамара. И она заболела, смертельно заболела. Ногу отняли. И она перед, уже лежит в больнице, умирающая. Батюшка, меня причастите. Не буду причащать. Отрекись, что ты была у Лапкиных. Все, Лапкина, все, не было, все. Так и не причастил. Мне пришлось ехать причащать. Она звонит как.
Но я поехал за причастие. Она умерла через неделю. Ты с ним проведи работу. Через неделю она померла. Чтобы заблуждение нахуй. Поехал я отпевать, он не буду отпевать. Я поехал, уже отпевал сам тогда, похоронил. Видите, владыка, надо разумом так раскинуть. Вы здесь владыка. Но если вы поете где-то в Малой Азии там будете или где-то, никто не знает эти знаки различия. Отец Аким откуда там, в Гонконг где-то был, в священнической форме никто не подходит, и два русских только пьяненьких мужика подошли. Все идут, никто, я хожу-то, но меня смотрят как на это, какое-то экзотическое. Все ваши звания, регалии, генеральские звания, в другой-то стране по-другому звонят, и вы там никто, просто щучело по огороду будете стоять и все. Батюшка, ты наш стоит. Подходит меня, обнимает. Давай, свой батюшка. Давай мне, значит, ручку подавай. Там ушел, вернулся. $100. Батюшка, на, тебя дорога тебе. Нет, бери, все. Они куда-то на Тайвань, что ли, летели? Это московская фирма. Там они нужны, тем пьяные такой. Остальные ходят на тысячи. Я там 10 часов ждал, скорость 50 в Австралии. Никто внимания не обращает, не идут они, что, я для них. Маленький лама стоит. Ну, спаси Господи. Так, благодарим Бога и хозяина. Благодарим Тебя, Ты Боже наш, яко насытились на земле Твои благи, не лиши нас и небесного дарим от царствия. То я посреди учеников и причались и спаси предая им, приди к нам и спаси нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Преосвященнейший Владыко, благослови. Благословен Бог милый, питай нас от своих богатых даров, своей благодатью, человека любим всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господа. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Хозяйку, подготовил нас. Потеряю, как долго не умираю. Да. Включение нашего концерта, вспоминая недавние праздники Дня Победы, мы исполним вам песню «День Победы». Yeah.
песня написана, именно музыка та же самая, а слова идентичны. Давайте все вместе туда выйдем, туда. Виктор? Да. Сейчас на лодках пойдем кататься, так что девочка пускай к нам идет. На лодку, на плавать.
большого юноша. Слушай внимательно. Да, слушаю. Алло, подойдите поближе. Дальше будет вектор наблюдателя. Мы очень дорожим лодками. Садится по три человека. А камеру кто мне далеко даст? Не отходит, только до середины, там, где надо сейчас пропускать, к берегу нигде не приставать. Из берега там сейчас палочки, они там проткнуть. Приставать только к тому месту. Мы сами будем? Выключены, туда не вставлять, просто руками так грести. А-а-а. Так, плавают все, нет, кто плавать не умеет. Все, берем. Все. В смысле? Вот так прямо идите. Мы не собираемся вообще-то так. Я хорошо плаваю. Сидушку бери. Сидушку возьмите, чтобы на корточках не сидеть. Здесь идут. Катание на лодках. Наши братья из Барнаула, сестры приехали. И из воскресной школы. Аля, ты мёд забыла. Ну, отнесем их, хорошо, отнесем. Значит, это, просьба, вы останьтесь, чтобы потом отнести все. На скворечнике. Ну, сейчас, 5 минут, они покатаются. Мы. Ну, а кто понесет? Вы давайте быстрее, Данила, то уже как его поедет. Так что не переживай, Данила. Это понадобится. Вот как раз они и вы, ну, возьмете там эти подушки и все такое. Тяжести-то нету большой. Что? Да, конечно, так такое половодье. Здесь столько снегу было. Нет, почему уровень поднялся? Как не поднялся? Снег же растаял. А пирс сломало. Его надо снова ремонтировать. Катание на лодках. Так, гости из воскресной школы, из Барнаула. Вот сюда, вот, да, в заливчик. В заливчике вам удобнее будет. И за веревочку не держите, она отрывается. Это уже приклеено тут кое-что. Я говорю. Ваня! Надо было кто-то... Прощайте! Ну ты умеешь плавать? Ну, Игнат Тихонович говорит, они в полпотры, а мне снимать, он дал послушание. Вот они. Ваня! Не вставляйте только в эти. Их надо там ловить идти, да? Не, пусть они учатся грести сюда, сюда гребите. Сюда гребите, болван! Не вставляй, девочка! Не-не-не, не вставляйте, не вставляйте, в руках держите. Да. Сейчас телефон скупай, Ваня, глубже!
опускай. Если синхронно не получается, кто-нибудь из ребят два весла берите, и тогда будете плыть в одно направление. Маш, мы с тобой, ладно? Тогда, Сереж, будешь принимать? Ну и вот тоже юноша будет. Ну, глубоко достаточно. Тут на середине больше 2 метров. Смотрите сюда. Только там к пирсу не подплывайте, у нас он сломанный, мостики. Так, давайте, кто вперед к берегу соревнований? Марш, внимание, марш. Потому что причаливали мягко. Неудобно, с мостиков нету, неудобно. Из-за веревочки не держаться. Аккуратно, Ваня, не надо ничего выдумывать, что я сделала. Возвращаемся! По 5 минут катаемся. Если понравится, можно еще потом. Ваня, Маш, возвращаемся. Паруса там опускайте уже. Все. Их несет. И мой телефон еще возьмем. Титаник прям. Они морской бой, что ли, устроили? Что они там бьют друг друга? Давайте сюда, гребите уже. Глухой или кем? Да? Попросил телефон. Ну, Сереж, принимай. Вот сюда вот подгребайте. Давайте вот сюда. Там лучше будет. Сюда гребите. За веревочку не держитесь, она отрывается. Греби вот сюда, вот давайте в зал. Это легче будет вам вылазить. Кристин. За бок, Сереж, держись. Маш, что, поедем? Весло. На весло не наступите, осторожно. Оно легко ломается. Сереж, убери его лучше. Да, в руках держите. Следующие трое. Ну, они, наверное, ну, сдуваются. Кто-нибудь из ребят тоже, чтобы был с девушками. Что, тренер такой?
Вот, причаливайте. Одного мальчика? Да. Вань, носом своим заворачивай сюда. Одного мальчика хоть надо. Леш, плыви ты ее, у тебя ноги. Нет, по трое плавайте, быстрее, чтобы было. Давайте, следующее. Маш, весла подними, на них наступят, они сразу сломаются. Стой, не прыгай, сиди спокойно. Спокойно сиди. Давай. Подождите, сейчас в завод сядем. Не, нормально. Во, весла давайте и отталкивайте их. По 5 минут катаемся, если еще потом понравится, еще можно. Можете когда нас? Это кого вас покатать? Ну вот Ерема плавающий. Вот ты уже с ними можешь. Ты тоже умеешь плавать? Ты тоже, Вера, плаваешь? Ну вы втроем можете в ванну. Только не вставайте, чтобы не перевернуться. Вода еще холодная. Полина! А вот сюда подплывайте, прям в заливчик. Нет, я же свой корабль. Да ё-моё. Вода тёплая, потрогай, Марин. Я уже искупался до половины. Она спрошу с весла полила. Ну а чё ещё, кто следующий-то? Все накатались уже, что ли? Чё-то быстро. Ну, поактивней. Сейчас ее может унести лодку. Ну, поактивней. Садитесь. Ерема с девушками, покатайся. Только, Сереж, лодку маленько в воду убирай, а то она на берегу. Во-во, вот так. Ты меня удержишь? Да. А с кем поеду? А он? Ты там, Василис, поправь. Сразу садитесь, чтобы не падать. Идите кто-нибудь. А, это что? Все, садитесь одновременно. Вову. Сергей Павлович поплыл. Весла давайте ему, Сергей Павловичу. Осторожно сломаешь весло, оно легко ломается. Отталкивайте их. Елена Анатольевна, следующая. Воскресной школы в гости.
Thank you.